Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Зайцева. Я тоже прошла обучение РПТ у Татьяны Кашпур. Это был ее первый приезд в Минск. И на самом деле я сама давала рекламу, сама писала ролики, сама что-то готовила, сама опрашивала людей, сама работала с человеком, который предварительно уже также прошел обучение у Татьяны. И на сегодняшний день я четко понимаю, что рекламу и ролики, и многие вещи я дала неправильно. Неправильно в каком плане? В том, что я считала, что эта техника чисто профессиональная, ею могут пользоваться психологи, психотерапевты и целители, которые непосредственно работают с людьми, которые оказывают услуги. Да? И на самом деле эта техника действительно для них это золотое дно, потому что сегодня с инстинктами, с разрывом инстинктивных реакций и выстраивания новых реакций, да, практически другие методики нормально не работают. Эта техника действительно эффективна. Но оказалось, что в процессе тренинга здесь идет очень много упражнений, очень много сессий, очень много моментов на проработку себя. И оказывается, те глубинные программы, которые мы не осознаем и которые сказываются на нашей жизни, не всегда так, как мы хотим. Я не буду говорить, что они негативны, да? Но мы иногда хотим что-то изменить, и у нас не получается. И мы там дергаемся и считаем, что кто-то виноват. Так вот, эти программы можно проработать в процессе тренинга. Если взять тупо посчитать, сколько стоит тренинг и сколько обойдутся индивидуальная работа с любым из психотерапевтов, то оказывается, что этот тренинг будет значительно дешевле при всей его стоимости. Да? То есть вот если подходить разумно, то я на сегодняшний день буду писать и говорить дальше, что этот тренинг подходит не только профессионалам, он подходит людям, которые нуждаются в изменениях в жизни и которые готовы поработать над собой, чтобы убрать свои неосознанные инстинктивные реакции и заменить их другими. Чтобы не пугать молодых людей, которые собрались сделать предложение, а девушка вдруг начинает вести себя неадекватно, чтобы не пугать мужей, чтобы не пугать детей, не портить отношения со своими свекровями и тещами и так далее, и так далее, и так далее. Выстраивать нормальные отношения в бизнесе, в социуме, в общении. И, по сути дела, выстраивать свою жизнь более-менее осознанно. Вот эта техника, она действительно глубинна, потому что работает с рептильным мозгом человека. Вот как-то так. Всем привет, я Анна Карпека, я коуч, тренер, тета-целитель. Я работаю с людьми с 2011 года. И все эти годы я кучу семинаров, тренингов, в которых я все время искала какой-то волшебный метод, который реально дает результат. То есть есть методы, которые работают быстро, но потом все проблемы к людям снова возвращаются. И меня это ужасно как-то расстраивало. Нет, это, конечно, здорово, клиенты продолжают ко мне ходить, но как-то хочется еще вообще-то чувствовать, что я реально пользу приношу миру. Вот. Но что меня еще даже больше поразило, не только то, что РПТ – это просто реально мега-мега эффективный метод, который просто вот выдирает проблемы, как сорняки с корнями, и все, и там внутри просто ничего не остается. Реально, реально второе перерождение, или первое, я уже не знаю, какое-то перерождение. Еще немножко не в адеквате просто после тренинга. Вот. Что еще больше меня поразило, что этим методом могут пользоваться, по-моему, абсолютно все люди. У меня прям... Ну, мне кажется, что можно, особенно какие-то простые фишки, можно им научить даже, там, не знаю, своих детей или там сестру или маму. И я уже сама просто замечаю, я еду, допустим, в метро, что-то внутри поднялось, я тут же сразу это прорабатываю, ну, на автомате уже, то есть оно уже встроилось, я уже этим пользуюсь. И я чувствую вот всего 7 дней ощущение, что как будто и вправду моя жизнь была до, и вот и моя жизнь после, и это совсем другая жизнь, это другая я, вообще просто какой-то восторг. И, ну, и реально, нет, я серьезно, я проходила очень крутые тренинги, очень дорогие, в Америке, в Европе, везде, и вот здесь вот в Минске. РПТ, Татьяна, они просто сами ко мне приехали, нашли меня, и это, ну, просто восторг, благодарность, счастье, я не знаю, как это еще описать. Я слов не подбирала, но я хочу быть максимально честной и искренней. Я хотела быть счастливой. Мой запрос был быть максимально собой, настоящим. И то, что я хочу сказать, РПТ — это возможность чистоты, возможность быть чистым. Если представить себе такую сеть проблем, закоулках таких, в которых случилось что-то вот проблемных, и ситуацию, когда человек понимает, что что-то не так, и он хочет это решить, он берет какой-то тренинг, не знаю, метод какой-нибудь, не знаю,
И он вот эту сеть вот с одной стороны подходит и пытается решить, но у нее есть корни. Там есть еще другие ответвления. И он не может это решить вот здесь. А РПТ — это способность вычистить. Берешь это все и приходишь в точку, где ты, это есть ты. Где есть любовь, где есть все. И вот с этой чистоты можешь уже наполнять себя чем угодно, любыми знаниями, чем хочешь. Это здорово, это путь силы. Только что закончился тренинг РПТ. Что я хочу сказать? Меня переполняют просто куча-куча позитивных эмоций. И я очень много лет я искала. Я проходила учебу за учебой. У меня уже это было как какая-то болезненная такая тяга учиться, что-то искать. И после прохождения этого тренинга я понимаю, что все, искать ничего не нужно. Вот прям как Вселенная просто дала в руки, на, пожалуйста, пользуйся. И, дорогие друзья, если у кого-то есть проблемы с родителями, есть проблемы в личной жизни, финансовые проблемы, то вам сюда. Потому что на самом деле проблемы, которые... Корень проблем, которые являются причиной всех неприятностей в жизни. И, в общем, одним словом, если вы чувствуете, что у вас все не так, и ваши практики вам не помогают и не работают, то вам сюда. И это на самом деле круто вообще, что Вселенная просто предоставила такую возможность побывать здесь. И да. Только что закончился недельный тренинг по РПТ, по модулю первый, второй. Это неделя работы с группой. Тренер просто супер замечательная. Она настолько всех чувствует и настолько тонко это все ведет, что здесь чувствуется поддержка, тепло. Идет очень глубокая работа, раскрываются все способности. И после, да, там многих лет мытарств, чтобы найти способ, как себя узнать, как себя раскрыть, как исправить ситуации жизненные, как вообще наладить свою жизнь во всех аспектах. Здесь есть эти ответы, по крайней мере, я их для себя нашла, эти ответы. И я знаю точно, что я этим буду пользоваться, это поможет и моим детям, и наладить всю жизнь. Мне это очень понравилось, я в полном восторге, и я советую. Меня зовут Дима. РПТ. Если к мозгу путь заказан, можно в печень постучаться. На самом деле, я достаточно долго шел к этому моменту. И хочу сказать, что все, что я искал, все, что происходило вообще со мной за эти все годы, тренинги в разных вариантах, здесь это все получило завершающий такой этап. Вот именно здесь я понял полностью, как можно изменить себя, найти себя, понять себя и стать тем, кем ты хочешь стать. Идеальной версии себя. И все это оказалось настолько просто, что я до сих пор нахожусь в какой-то легкой эйфории. Все, что я искал, какими-то обходными путями, пришел к этому, и мне сказали, это просто. И это действительно просто. Я приглашаю вас на РПТ. Это очень просто.